Семья Горбовых – одна из первых в поселке Гордеевске, кто подключился к газу. Иван и Надежда много лет отапливали дом дровами и углем. Но в последние годы на топливо для одного зимнего сезона приходилось тратить порядка 60 тысяч рублей. Невыгодно решили пенсионеры и сделали экономный и надежный шаг к подключению дома к газу. Другое, ни с этими, ни чистота, порядок, ни дрова, ни уголь – это одно, кроме материальной. И уже с этими баллонами не надо таскаться. Ну, 8 часов, 7 часов надо было затоплять уже печь, чтобы прогрелась. Ну, и вечером где-то так же в 7-6 вечера. Ну, а в шибкие морозы, ну, и днем еще подтапливали. От новой газораспределительной сети в поселке Гордеевске к природному газу смогут подключиться 72 дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с газификацией вашего дома. Спасибо большое. Так. А это семья Перковых из села Троицкое. Супруги переехали сюда несколько лет назад. Одна из причин смены места жительства – как раз возможность подключить дом к газу. К семье часто приезжают внуки. Кроме того, с Перковыми живет отец – ветеран войны. Постоянное тепло в доме просто необходимо. Да, проживает папа с нами, пожилой, что всегда будет тепло, что не надо торопиться с работы домой, чтобы затопить печку. Насколько тяжело было без газа? Ну, утром холодно, в морозы холодно, топить ночами, вот это все. С газом, сами видите, включили, все тепло. Нет еще такого, что утром просыпаешься с мыслями, так, надо идти потопить печку, ну, а потом... Ну, это будет, конечно, машинально надо бежать затоплять. По привычке. Все, ну, а теперь все прекрасно, хорошо. С начала действия программы до газификации в Алтайском крае приняли порядка 36 тысяч заявок от жителей. Большая часть из них уже заключили договор. Для почти 30 тысяч домовладений сети уже доведены до границ земельных участков. Дегазификация в Алтайском крае очень масштабная, одна из самых масштабных в Российской Федерации. Потенциал дегазификации в Алтайском крае 58 тысяч абонентов. В 107 населенных пунктах Алтайского края у нас дегазификация шагает. Не буду скрывать, есть районы, где у нас уже полностью завершена дегазификация. Кстати, Троицкий район – один из лидеров Алтайского края по количеству поданных и заключенных договоров. Почти 70% потенциальных потребителей района уже заявили о желании подключить дом к голубому топливу. Всего же в ходе реализации программы догазификации в крае построили почти 1500 километров распределительных газопроводов. Более 400 километров из них сдали в 2024 году. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.